Вот, теперь я вам покажу, как по-колхозски делается обслуживание. Все это стоит где-то 70 евро, может быть даже больше, если делать в сервисе. Я это буду делать сам, то есть сегодня... Сегодня я заработал 70 евро, скажем так. Ну, вроде не потратил, да? То есть, они у меня остаются. Вот так. Посмотрите, какой грязь там было. Обычно вот эту можно просто воздухом прочистить. Так, этот фильтр я почистил просто воздухом. У меня нового не было. Вот находится он вот там. Ключ на 19, но сильно не надо прикручивать, а то очень легко его неделе не было видео, но у меня не было никакого материала, ну только тот один рейс на латышском, там еще есть, но не было время делать. Вот так в воскресенье приехал, или в субботу, не помню точно, приехал оранжевый ман. How to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying.
еще мне надо поставить на прицеп брызговик один, который я вчера не успел. Сегодня поехал загружаться без брызговика. И еще кое-какие-то бумаги, там отчеты надо напечатать, чтобы водитель смог заполнить. Что еще? Про Volvo. Я прошел техосмотр без нареканий вообще. Все идеально. Сейчас после инспекции. Ну, так как на инспекции не разрешается никакие дополнительные фары и так далее, то тогда сейчас все это надо поставить. Вот поменял воздушный фильтр, сделал я брызговик, нижнюю часть поменял. Да, я сам его оторвал. До Нового года уже. И заметил, что подушка спускает воздух. Так что сегодня суббота. Надо найти место, где купить такую. Я вроде знаю только один магазин, который работает 24 часа ежедневно. Это Автокада в Риге, так что тороплюсь. Еще хочу сегодня поздно вечером заменить эту подушку. Не знаю, получится ли или нет. Как бы подозреваю, что эти болты, которые там стоят, они уже ржавели, и у меня будет проблема, но надеюсь на лучшего. Фух. Ну что, заменил я подушку, вон там старая. Мы закончили контракт, она больше не будет работать в нашем компании. И этот брусок там хочет остаться, кажется. Да ладно. Вот. Моя самая любимая часть, как бы, собрать все инструменты после завершенной работы. Это самое хорошее чувство. Вот, пришлось отдать за подушку где-то 130 евро. Это потому, что вроде вот когда не в рабочее время, как бы на этом месте, где работает 24 часа, после, по-моему, 5 вечера другой тариф. Поэтому дороже получилось где-то на 15 евро. Но другой выбора не было. Сейчас после полночи Мартинч приехал забрать свой ман. Уедет в рейс. Посмотрим, как ему удастся. Тут очень скользко. Сразу после поворота такой небольшой подъемчик. Ну, совсем небольшой, но сразу после поворота. Все пошло, кажется, нормально. Да. Да, вот Шмидц какой-то совсем. Он как-то совсем страшно смотрится, если сравнивать с кроной. Ну, когда много веса в прицепе, и когда всякие там углы, вот, когда дорога неровная. Вот, поехал.